Макияжи были, пустые баночки были. Точно, я забыла рассказать вам о своих покупках из Евы. Привет, милашки, вы на канале Kitten Channel. Подписывайся, если ты еще не подписчик. Также заходи на мой влоговый канал, там много интересных видео о моей жизни. Я дошла до Евы, я скупила там практически все, что могла. Ну, не в принципе весь магазин, а в плане того, что из каждой серии продуктов понемножку. И сегодня я хочу вам рассказать, что же я купила. Тут будет очень много интересных покупок как для дома, так и для себя любимой. Я по порядку буду доставать из пакета то, что я купила, поэтому мы начинаем с моего любимого средства для очищения дома. Это Domestos. Я обожаю это средство, я мою им все поверхности в ванной, все полы в квартире. И особенно классные Domestos, у которых есть аромат. Желтый не берите, он пахнет хлоркой, а эти идут с ароматом. Очень классные, хорошо отмывают, и в Еве была акция, я его купила практически за полцены. Советую. А эту штучку я уже покупала единожды, только у меня были со вкусом лимона, точнее с ароматом лимона. Это же никто не пробует на вкус, да? Это освежающее мыльце для туалета, для унитаза. Его нужно распаковать и повесить на ободок. Очень долго пахнет, несмотря на то, что он уже заканчивается, он все равно пахнет. Тоже стоило сущие копейки, потому что я попала на акцию. Очень советую. Не обошлась стороной я своего молодого человека, приобрела ему на пробу вот такие вот бритвы. Идет отдельный станок и 4 съемных головки на него. Тоже стоило сущие копейки, около 100 гривен. Поэтому будем тестить, и мне кажется, ему понравится, потому что лезвие здесь на вид достаточно острое. И в эту же копилочку я приобрела Акс. На удивление, в этот день было много акций, поэтому мне повезло. Выбрала обалденнейший аромат, и такие дезики я ему выбираю сама, потому что мне нравится, как они пахнут. А мимо этой покупки я не смогла пройти, несмотря на то, что сейчас лето. Я в последнее время подсела на носочки. И в Еве я увидела вот эту прелесть. Вы только посмотрите на цвет этих носочков и этих. Я обожаю серый и вот такой бирюзовый цвет. Плюс они короткие, под кроссовки, то, что нужно. Сейчас у нас погода меняется, из-за этого я взяла две пары. Обожаю носки. У меня уже столько этих носков. Я, кстати, сейчас тоже снимаю видео в новых носках с ежиками. Я очень люблю экспериментировать с интимными гелями. И в этот раз я купила в Еве гель, который мне советовала одна подружка. Сказала, что он классный. Вот такая фирма Energy of Vitamins. Я пробовала когда-то гель для душа этой фирмы, и мне безумно он понравился. Плюс эти гели стоят очень дешево. Написано, что он с розовой водой. Тем не менее, мне нравится, что у него густая консистенция. Я просто обалдею от этой неровной бутылки. Тоже стоит сущие копейки. Очень советую. Мне нравится эта марка. И нужно будет сделать обзор. Как вы думаете? Сделает мне обзор на эту марку? Ладно, ладно, будут здесь и косметические покупки. Ну что вы так кипишуете? Следующее, что я купила, это лаки для ногтей. До поры до времени я делала на ногтях гель-лак, но сейчас я от этого всего отдыхаю. И мне вдруг захотелось накрасить ногти на ногах. В принципе, этим же цветом я бы красила на руках, но мне очень лень. Поэтому я зашла в Еву и взяла 2 крошечных лака. Я всегда делаю этот трюк, потому что у меня в основном никуда не используются, и большинство лаков просто засыхают, и я их выбрасываю. Взяла для основного цвета вот такой пыльно-розовый, просто офигенский оттенок, и сверху фиксировать такими же пыльно-розовыми блестками. Я люблю на ногах, на ногтях, на ногах сочетать вот такие оттенки, особенно блестки. Они дольше держатся и очень круто создают 3D-эффект, и ногти выглядят аккуратнее. Тоже нужно будет протестировать. Это марка LCF, я уже брала от них лаки, мне очень понравилось. Тоже стоили по 8 гривен, по-моему. Не могла пройти мимо косметики для губ. Взяла бальзам для губ со вкусом арбуза. Никогда еще не было арбузного. Сейчас я очень увлекаюсь этими всякими увлажнялками для губ, поэтому приобрела, буду пробовать. Смотрите, что появилось у Наташи. И 100 лет не прошло, как она решила попробовать маску для губ. А кто-нибудь пробовал, напишите, пожалуйста, как вам. Будем тестить тоже вместе с вами в другом видео. Не знаю, что из этого выйдет, но мне кажется, это полный бред. Но, тем не менее, мне интересно. Не смогла пройти мимо карандаша для губ. Я люблю марку Isabelle Dupont. Я надеюсь, я правильно произношу. В общем, не суть. Опять же, мне почему-то кажется, похоже на цвет лака для ногтей. Вот такой
карандаш, решила попробовать, люблю такие оттенки в последнее время. И карандаши очень хорошо держатся, поэтому я использую их. То есть я лучше пулю 3 карандаша матовых для губ, чем 3 помады, серьезно. Тоже буду тестировать, интересно, что это за карандаш. Ну и гвоздь моей программы это... Только, пожалуйста, не отписывайтесь от меня, хорошо? Это татуировки. Я уже давно хотела попробовать эти переводные татуировки. И я уже давно хочу себе сделать татуировку на руке, но никак не знаю, как это будет выглядеть, понравится мне или не понравится. Поэтому тоже будем тестировать с вами татуировки на моем теле. Вот такие две красивых розы, и что здесь, и треугольники, всякие фигуры. Мне очень понравились эти два рисунка, поэтому я хочу это... для себя скорее же испытать. Будем тестить обязательно вместе с вами. Дождитесь видео. Опять же, кто-нибудь пробовал такую дичь? Или это только мне приспичило такое сделать на старости лет? Тоже стоили какие-то копейки. И мне нравится, что там очень большой выбор. Девчонки, напишите, а вы любите покупки из Евы? И что вам больше всего нравится в этом магазине? Какой отдел? Мне нравится отдел косметики и отдел с носочками всякими, салфетками. Я как-то по этому плану вообще схожу с ума. Это были все мои покупки. Я надеюсь, вам было интересно. Ждите следующих видео. Я буду тестировать разную косметику. И будем делать первое впечатление от маски для губ и татуировок. Оставайтесь со мной, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока!